Вот это молодые плодовые тела чешуйчатки обыкновенной. Этот гриб похож на осенние опята, произрастает на деревьях, корнях, пнях большими группами. Он считается также съедобным, но невысоких пищевых качеств. Во-первых, он твердый, во-вторых, горчащий. Вот это молодые плодовые тела, у них гименофор закрыт покрывалом. Взрослые плодовые тела выглядят вот так. А я напоминаю, что на нашем канале есть отдельный плейлист, посвященный грибам, поэтому смотрите и подписывайтесь.